Barry Hawkins to break. Новый фрейм начал Барри Хопкинс. Тоже хороший начальный удар. Вроде можно атаковать правый угол, не выходить на черный, но последние два фрейма очень мало Рони было в игре. И трудно сказать, пойдет ли он на такой вариант. Совершенно объяснимо то, что Рони не пошел на дальний удар, но он выполнил неточно отыгрыш. Я не знаю, вот шары над черным, правый из них вроде в угол идет. И правда, с него... Так, Барри играет другой шар. Левый, по-моему. И с него-то выход есть. Выход замечательный. После касания с красным биток вышел на черный. И это опасно, потому что перед Барри... который хорошо разогрелся в двух предыдущих фреймах, проведя сенчури и вторую серию, 66 очков, он может разыграть эту позицию. В ней особых-то изъянов и нет. Главное вот эти начальные удары-то провести. Да, забит красный, забит черный. Высший брейк матча 133 очка, но не будем забывать, что у Барри, ох, какой трудный удар, и забивает Барри этот шар. У Барри 20, у Рони О'Салливана 6. Но высшая серия одинакова. Расчетливый Кэнон. Была выбрана верная траектория 16. Движения битка и уверенный удар в правый угол. Третий раз играет черный шар. Легкий прокат вперед. Будет играться левый нижний шар. Ну, непростой шар, конечно же. 24. Перерезал. Перерезал и оставил шар. У Лузы 24 очка Барри Хокинса, Рони вступает в атаку. И ему надо войти в игру. Немножко он пока выключен был из игры, но надо включаться. Да, трудный был шар, не всегда такие забиваются. Ну, у Рони... тоже все не так просто. Вот шары между розовым и черным. Есть там идущие, но все-таки надо... Да, Рони сразу поставил на подбой, будет делать сплит, потому что и шары идущие есть, к ним подходы не очень простые. А подбой решительный, такой сильный, он видоизменит позицию и должны найтись ходы для продолжения. Нет, совсем не так действует Рони. 8. Но его удар был хорошо продуман и очень точно исполнен. Этот Кэнон позволил найти 9. Отличный красный шар. Но теперь есть, уже есть какие-то варианты. Вот
как быстро удалось внести, пусть одно, но очень существенное изменение в расположении группы шаров. И на правом фланге уже там есть идущие шары. Их использует Ронни О'Салливан. 17. Шестой его удар, но еще пару ударчиков, и все нормально пойдет. Thirty. Итак, Ронни уже обогнал Барри. Прямой синий и оттяжка от борта. Этот удар позволяет сделать очередной выход. 38. Но все-таки это еще не все. Да, преимущество уже на стороне Ронни, 22 очка. И сейчас ясный удар. Еще один черный будет. Нет, розовый в среднюю. Вот прям не вовремя про черный сказал. И тронул Ронни еще эти шары. Вот для чего был розовый. Эту группу проточил Ронни. Это группа поддержки Ронни, его сын подрос за год. Ну а серия-то опять большая. И вот фреймбол. 69. 70. Фрейм выигран 16-12. Третий выиграл бы уже, было бы совсем серьезное обострение. 77 очков серия. Неужели Барри выходит? Ну а в общем-то один снукер-то и нужен. Да нет, нет, я и не стал считать. Три снукера нужно. Но все, черный не забит, никаких снукеров не надо, фрейм окончен. Фрейм concede, фрейм.